Закрыли, да, храм? Идем, а там в храм не надо, мы... Я там этот телефон забыла. В храме? Да, и куртки детские. А нет, где, в коридоре? Да. А здесь открыто. Идем. Вот, стены, сейчас у меня фотография какая-то была. То есть без встречи, без всего она была, там разобраны стены были. Стены только, да? Да, я каменщик же, я все это доложили, помогали. И вот мы все сделали из этого. Половина у нас храм, половина школа. Идемте, зайдем, там у нас к празднику готовились, там такие стенды делали, там, ну, документы, фотографии. Все, посмотрим. Березки все, что делают, все. Березки такие маленькие, такие садятся. Сейчас... Школа воскресная или обычная школа? Обычная. Сейчас обычная. В храме школа. До 9 классов. До 9 классов у нас. А стены, они, ну, прям полностью были или до какого-то уровня? Сохранились. Не, ну они сверху, это где было там свежее, немножко пытались разобрать, но крепко было сделано, не могли разобрать. Крепко это сняли, как и... вандализм получается, да? А? Как вандализм был какой-то или да что? Не, ну брошено, люди разбирали, как... Он же был бесхозный. Ну да. Спортзал школьный. Ну и проводим занятия, воскресные занятия, когда проводим собрание, занятия. А это поближе подойдите, посмотрим, то все здесь. Вот какой был этот храм. Вот фотография. Смотрите, вот что. Вот, вот это было. Это такое здание было, да? Да, вот такое здание. Вверху где-то разобраны были там. Вот такое было здание. Вот это самый важный документ. Решили. То есть краевым советом было принято, что восстановить поселок Потеряевка. Чтобы этого добиться документа, я в Думе был. В самой Думе, в сапогах своих там походил. Читала. А? Читала. Да. Ну вот. Ну вот так вот. Вот первые там были. А, это соседи, это. Вот это. Люда, это псаломщица моя, это Женя, я муж. Венчане. Это Андрей с Ириной Пустиновым. Венчане. Это Барабаш, вот первое было. Фермер, который у нас сейчас. Ну вот такие. Это вот. Только у нас было в школе до 25 учеников было, но потом. Разъехались кто куда, выросли уже, ну вот такие вот. А мы на этом будем пруду креститься? Да, да, этот пруд у нас. Ну, тут какие газеты были, какие статьи про Потеряевку. Уже. Ну, в основном положительные, так понимаю, все равно сделались. Кстати, нет, были такие, даже пришлось их найти, кто судился, даже суд был. Угу. Такие были там статьи. Ну и выиграл. Ну да. Опоздал. Вот так. Вот у меня Мерседес был, у меня было два. Два Мерседеса было? Да. Лошадь, по одной лошади каждый. Лет 15 у меня было два, я держал. А как звали? А я все назвал, если он Карагёс, а там Умка была. Карагёс и Умка. Может, потолок сделали такое же дело-то. Я в школу зайдем. Это планировали такой храм поставить. Уже был владыка, когда нет защиты людей, но когда здесь... Когда решение, да, решили восстанавливать, да? Но здесь храма никогда не было. Здесь вообще не было храма. Нет, это мы уже сами потом.
Когда дали высоту, тогда мы стали уже как бы официальная муниципальная единица. Вот это, наверное, клуб, да? Да, да, да. Вот, вот он, вот в таком состоянии он был. Да, да, да. Да, да. Но потом отказались от храма, не стали ставить. Нам этого хватает, нам это громадное средство, надо где-то все это вместе. Находились такие, давай мы тебе дом, этот храм построим. Я говорю, нет, не надо. А проект, кто делал проект? Ну, здесь я не знаю даже сейчас кто. Кто-то я попросил, кого-то там делали. Угу. Ну так это, как не проект, а как эскиз такой. Почему не работает свет-то все-таки как это? Здесь школа. Да, школа. Вот это один класс. У нас. Проходите, проходите сюда. Там второй есть класс. У нас один брат на фортепиано играет. Если настроен, он может попробовать исполнить. Пожалуйста. У нас музыки занимаются. А, настроен. У нас хороший учитель музыки есть. И вот я вам покажу вот такой атлас. Я вполне скажу, что навряд ли у кого в Алтайском крае есть. А или где? Это мне в Америке подарил один американец. Здесь все, все Россия, все страны. Да. Такой большой. Американец подарил. Подержи его как надо. Ничего себе. Такой подарок получить с Америки везти. Да, с Америки привез такой. Такой атлас. National Geographic. Ну вот так у нас все сторон. Доски такие. Я сейчас компьютер занимается. Восьмой и второй. Здесь у них все, здесь разница книги. Они там, наверное, закрыты, там и дети. Химические принадлежности. Конечно. Брат, попробуй пианино-то. Убежал он уже. Он не в композиции. Ну, не знаю я. Ну, давно, наверное. Попробуй что-нибудь. Бетховен. Давай что-нибудь такое. Ну, понятно. А вот песня «Я люблю тебя, жизнь». Нет, давайте. Нет? Я понял. Что, понял? Ну что, надо еще настраивать вопрос. Настраивать. Совсем ремонтировать еще надо сначала. Да. А ключ есть здесь, не знаете? Чего? Ключ настраивать. Да не, ну это сейчас не занимаемся. Было, когда дети занимались, вот, Людмила Анатольевна у нас учительница, она. Настраивала, да? Ну, не настраивала, а занималась. Ага. А здесь есть еще. Особое правило, то есть должны быть посещения. Вот, а я там хотел сфотографировать, можно, да, там можно, как вы посмотрите, скажете, скажете, сам программу. Там бы надо сдать ему эту программу. Либо ты в школу не ходишь, либо сдаешь ту программу, которую тебе положено знать. Можно же говорить, что согласно теории эволюции, есть какие-то факты. Да. И все, это не ваше мнение. Давайте это, батюшку поблагодарим хором-то. Сейчас, подождите. За 7 минут, ну, я скажу батюшку, потом спаси Христос. Объявляет кто-то там, наблюдатели, кто встанет все на молитву. У меня же было такое, приехали батюшки, приехали в гости. Батюшка, мы облачили в алтаре. Ну и время-то начинать, они мне, отец таким, а почему никого в храме нет? Я говорю, как никого, ты выгляни. Он выглянул, стоят все. А как, ну тихо, никто не разговаривает, никто нет. И они удивились, как так? В храме. Они уже ориентируются, что по слуху. Да, слушай, да, да, что там должно быть. Это зашли тихо и да. Все, говорят, а что, никого нету, разве никто не пришел? А как никто? Все.
100%. Знаете, да. Меня часто спрашивали, где была большая машина. А если по числу жителей, то я думаю, самая большая. 100%. Мальчика, крещение в какой день назначено? Воскресенье. Воскресенье. А на службу мы будем в субботу, например, на литургию или как? На литургию вы будете на литургии, но когда оглашение вот изведите, вы выйдете в притвор. Будете. Это так вот в последний раз как это. Ага. Хоть один раз исполнить. А после крещения мы возвращаемся в храм, и тогда причастники вы будете. А завтра еще будет беседа, получается, да? Ну, там это будет уже без меня это делается. Там это. Угу. У нас как церковный совет там делается, там беседа проводится. Батюшка. У нас больше, видите, беседы больше с теми, которые как бы членом нашей общины, которые становятся более серьезными с теми. Но если вы приехали оттуда и только покрестились, уехали там уже. Он и, такие, как у нас, допустим, устав, порядок там нет, он и не сможет так там установить это. Мы начинали, это видите, как мы начинали с нуля по одному человеку, поэтому у нас так получилось. Многие завидуют мне, говорят, вот хорошо у вас, вот как, ну нет торговли, десятина. Ну а в храмах это невозможно сделать, потому что общины нет, есть приход. А общины нет. Вот этого невозможно сделать. А у нас это есть никаких этих нет, на все здесь хватает, но и храмы существовать хватает жить. Но у нас все живут своим хозяйством. У меня только вот первый год я не было убрал. Это у меня барана было 150. Затяжело стало, поэтому. Спортсмены говорят, надо, говорят, вовремя уйти. Вот поэтому за 7 минут все должны стоять уже в храме. 7 минут это для того, чтобы, ну, как говорят, себя утихомирить, ставить, все, да. Ну, все. Ну, кому трудно стоять, когда в определенное время у нас разрешается садиться. Там есть скамеечка сзади, кто больной там не может, ноги болят или еще. У нас есть бабушка. Серафима Гавриловна. Ей 96-й год. Чтобы она в храме когда-нибудь села, этого никто не помнит. Никогда. Как-то было в прошлом году, у нас в среду, мы зимой, по средам у нас вечером молебен и акафист какой-то. Там, смотрим, что на неделе там было, Божьей Матери там, и разные святыни там. Но я посередине, на стоит, слышу, сзади кто-то упал. Но я не оборачиваюсь, даже, я дальше продолжаю. Она стояла, и что-то, видать, по этой, и она упала. Но потом я слышу сзади-то, она говорит громко так. И еще хотит, чтобы я ему поддалась. Нет, я ему не поддамся. А ее сестры подняли и хотели ее посадить на скамейку. Она, нет, не сяду. Он думает, что он меня победить хотел. Нет, я ему не поддамся. Понял? Камона. Вот после этого сядь, попробуй. Кто-то ищет меня. Батюшка, спаси Христос за экскурсию. Валяйся. Да. Так и не скажете. Свет? Я в храме сейчас был, включал. Нет, не было света. О, это плохо. Электричество кончилось. Батюшка, спаси Христос. Спаси Христос. Ну, слава Богу, что. За экскурсию. Не было ни одного дома. Это было в 70-е годы, политика партии была укрупнение сел. Насильно никого не выгоняли. Первым делом закрывали школу. У кого дети стали уезжать на центральную усадьбу в Корсе на 15 километров отсюда. Потом стали переводить туда все там скотные дворы, коровники, телятники, овцеферма была, конеферма, птицеферма, все. Ну и все, люди стали разъезжать. Последний разорить, дом сгорел продовой. Вот отец его не стал продавать. Давали цены такие смешные. А отец так, он говорит, я, говорит, когда дом этот строил, говорит, я объездчику больше, говорит, споил ему на водку, чем сейчас цену дают. То есть нельзя было, а поедет там все объездчику, да, там, ну, лес там, да, в время так. И он не стал так, ну и он потом, а мы в Киргизии жил, я уже, я родители туда переехали.
перевезли мы в 70-м году, в 71-м. И потом в Корчинске там родственники жили, двоюродные братья. Смотрели, говорит, как, говорит, осенью как загорелся, говорит, дом дяди Тихона горит, дом, говорит, как. Он оставался один дома. Ну, подожгли, пал был, и дом сгорел. Потом мы приезжали, еще ничего не было. Ну, приезжаем, и так ходили там, где находили вот эту скобку от этих дверей, это там заслонка, все это. Угу. Знакомо все, где какой там крючок находили, где был. Все, дом. Вот еще с города приехали. Забор вот. 2 недели назад только заделали, поставили новый. А? Красивый какой-то. А кто делал? А это Андрей делал, Андрей. Устинов? Да, Устинов Андрей, он мастер. Хорошо. Сейчас вот мы все, до сюда мы пропиткой питали, вот еще сейчас вот то пропитка. Праздник. Вот там, где березка стоит, пропитка заканчивается. Да. Видно прям по этому. Пропитка. Вроде дожили до крещения. Еще один день, правда. Даже два. Да. Господь пока милует. Я тоже позвонился. Мне тоже Николай казался высоким. Елена казалась высокой. А все-таки. Ну так-то мы сколько? Разница. У меня 1,78 м. Не, ну у меня 1,78 м. Я думал, где-то вы как супруг просто. А вон сколько? Должна быть открыта. 1,87 м. Нет, я ниже. Мир тебе, брат. Они что-то тащит там. Бензин тащит. Это фермер наш. Игорь. Староста поселка. Нет, нельзя. Должно быть все. Потом надо снимем, а потом наденете. А почему-то Надежда Васильевна не казалась такой полненькой, как моя бабушка. Она похудела, слава богу. Вы же с ней пообщались, познакомились. Ой.